Загляни в дневник еще раз. Ух ты! И куда теперь? Это выглядит знакомо. Многообещающе. Дай-ка фонарь. Ага. Ладно, ждите здесь, я пошел на разведку. Эй, эй, стоп, нет, один ты туда не пойдешь. Да, тут повсюду шныряют люди Романа. Я один наделаю меньше шума, чем мы все. Все будет нормально. Вам тут ничего не грозит, они про эту комнату не знают. Ладно, тогда возьми. 13-м каналом они не пользуются. И держи нас в курсе. Договорились. Теперь закрой дверь. Ага. Нейт, гляди в оба. Да брось. Всегда гляжу. Ну или почти всегда. Ай. Ну что, страна мертвых. Я иду. Вон он где!
Прекрасно. Порядок. Да. Ну давай. Ты готов? Стоп, там что-то такое было. Два колокола звучат в унисон. Есть все, что нужно, мы его найдем. И как интересно, он собирается эту статую отсюда вывести. Вон он! Да эти ребята здесь повсюду. Вон он где! Нельзя их пропустить!
Это совершенно неприемлемо. Чего ты от меня хочешь, Роман? Моих ребят режут, как свиней! Мне с трудом верится, что один человек мог уничтожить всю твою команду. Да дело ведь не только в Дрейке! Говорю же вам, этот остров проклят! Хватит. Забирай своих трусов и проваливай. Нет, ты не можешь меня прогнать, а моя доля мне причитается! Твоя доля, Эдди, зависела от качества исполнения твоей работы. Ты заверил меня, что поймал Дрейка и зачистил остров. А, черта с два, Роман, так не пойдет! Вы свободны, мистер Раджа. Да и кого? Матья Джало! Тилан! Напомни еще раз, зачем ты нанял этого суеверного идиота? Ты хотел подешевле. Что ж, какая цена, таков и товар. Ну а ты-то, Наварро, ты свою цену отрабатываешь? Тайник здесь, я уверен. Если верить Салливану... Вот уж не стоит. Он знает, если соврет, ему хана. Он знает, что мы убьем его, когда найдем золото. Ему незачем говорить нам правду. Ах, Наварро, сдается мне, твои мозги остались в той канаве, где я тебя подобрал. Мне просто нужно еще время. Погоня за этим твоим сокровищем принесла нам больше убытков, чем оно может стоить. Поверь мне, Эльдорадо стоит больше, чем ты можешь себе представить. Да уж, надеюсь.
Да, Салли, я тут кругами хожу. Мы с твоей девчонкой полистали книги в библиотеке. И получается, что наверху церкви должна быть какая-то тайная галерея. Долезешь? Наверное, да. Ладно, если что понадобится, дай нам знать. Откуда они? Ну, давай! Ага. Нет, нет. Thank you.
Здрасте, здрасте. Да вы издеваетесь. Эй, Салли. Слушаю. Ты отправил наших друзей туда, где они абсолютно ничего не найдут? Ну? Они тут засели ровнёхонько над сокровищем. Да вот, нарочно не придумаешь. Так, нам нужно устроить отвлекающий маневр. Я тебя понял. Диверсия, мигом состряпаем. Эй, Салли. Да? Как они уйдут, жди меня в мавзолее. Только иди через катакомбы, так безопасней. Ладно. Теперь мне осталось всего лишь проскочить незамеченным. Салливан сбежал! Прочешите все! Найдите его!
Привет. Привет. Я в тебя верил, Дрейк. Что дальше? Не знаю. Я соображаю на ходу. Но это точно то самое... Погодите, эти символы нам что-то подсказывают. Да, здорово, Роман с Наварро тут все переворотили. Это точно то место? Ну что, похоже, нашли? Ага. Лови. Ну, что скажешь? Не знаю. Может, и тупик. Стойте. По-моему, тут есть какой-то проход. О, черт. Что там такое? Залежи его назад. А? Ловушка! Салли, ты живой там? Салли! Да, да, я цел. Цел и невредим. А. Вот только копчик отбил. Слушай, возвращайся в библиотеку. Нам придется искать другой выход. Остается один путь. Вперед! Хитроумный способ спрятать сокровища. Куда нам идти? Так. Стоп, стоп, стоп.
Так. Стоп. На карте Дрейка в углу проставлены римские цифры. Это что-то значит. Yeah.